Окей. Уничтожить солдатов-клонов? Что? О, а вот и клоны. Новые солдаты-клоны, что ли? Что, давайте. Ребятки, мы продолжаем проходить эфир Project Origin. Так, мы убили этих наемников или людей, не знаю, как их называть. Так, теперь тут надо пройти. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Прошли. Замечательно. Вау. Спокойно, 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 спокойно. Лифт упал. Вообще зашибись. Слушай, я сейчас дробовик возьму. Что это было? Не буду с тобой разбираться. О, сохранение игры. Побежали, 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 побежали. Гранатку он кинул. Спокойно. Ой, я себе поджег. Держи гранатку, парень. Этот без головы остался. Так, так. Слушайте, эфир второй интересный такой. Я. Всем группам, в связи с нарушением безопасности в тестовой зоне в... внешняя оболочка, график детонации был ускорен. Немедленно покиньте комплекс. Установите аксессуары взрыв пакете. А, это мы уже читали про взрыв пакеты. Где там был восполняющийся ХП? Спасибо. Иди сюда, паренек. Слушайте, я только полечился. Вау, что за пещеры? Сохранение игры. Давайте мы спустимся. Вау. О. Машинка. Какое подкрепление? Спокойно. Этот автомат вообще крутой. Пистолет, пулемет. Так, спускаемся. Так куда ты вверх пошел? Тихо. Извини, пацан, не хотел. Почему не задал? Что за взрывы, мать твою? Ай, хп мало. Капец какой-то. Аптеки за вас мало осталось. Блин. Отлично. Так. Нажимаем. Оп. Не знаю, для чего я это нажал. Думаю, это нам поможет. Да он офигел. Кто там у нас стреляет? Это хорошо, что ты потерял. Ах ты падла. Что у тебя? Задрали.
Держи. Да идите вы в баню. Я пробегу. Ай, 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 я сейчас умру. Да, спускайся, парень. Тихо, 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 тихо. Шо тебе за оружие? О, да. Слушай, давайте тогда пистолет поменяем. Во. Этой штурмовой винтовки нам как раз и не хватало. Так. Пошлите. Слушайте, мы здесь пройдем? Пройдем. Птичка? Отлично. Гранаты. Огнеметчик вернулся. Да. Ах ты, подлюка. Готов. Вот застали, а. Тихоня. Сзади что? Со спины, сволочи. Так, отлично. Да вы достали. Пистолетик. Во. Давайте наверх. Сволочь. Просто сволочь. Так. Тут ничего. Ага, аптечка наверху есть, отлично. Тоже один готов. Так, огнемет, это хорошо.
Блин, их слишком много. Что за звуки? Вроде тихо. Пошлите вперед. Так. Да блин. Уже не вернусь. Так. Куда тут дальше? Ага, вниз. Броня. Открываем дверки. О, опять они. О боже. Ебаный скрипт. Поверьте, бедняжки, пуля в башке, акт милосердия по сравнению с тем, что для вас припослали. Кто убьет его? Скорее тебя убьет. Аптека. Так, отлично. Разобрались. Пистолет-пулемет. Когда же будет то оружие, которое я хочу? Ой, идиот. Так, досье. Ой. Ну иди сюда. Получили трое. Перекрываем. Так, перекрылось? Нет.
Третий. Ай-яй-яй-яй-яй! Ничего не видел. Все очень плохо. Я лучше туда не пойду. Так. Аптечка. Блин, у нас выхода нет. Туда так туда. Так, что тут у нас? Ой, блин, ё! Алима, что ты делаешь? Хватит. Пожалуйста. Сюда никак? Нет. Так, если что с дробашом, вдруг опять что-то будет. Фу. Там что-то ходит. Так, а что тут? Знала ваше присутствие в тот момент, когда вы вошли в КТП. Теперь ее тянет к вам. Можно даже сказать, что она жаждет вас. Она сама жажда. Фу. Вы как халявная пицца на слете фанатов аниме. Она чувствует ваш запах и хочет вас поглотить. Сожрать меня хочет? Не, не получится. Слушайте, как туда попасть? Никак. Во, а тут я был. Сюда. Посмотрим, что тут. Перепрыгнули вперед. Открыли. Сидите. Я их открыл или закрыл?
Все, я что-то нажал, все, это закрылось. Ну ладно. Идемте назад. А, понял. Фу, кого там забрали? Свали от меня. Страшило. Так, не надо ко мне, Альма, подходить. С тобой не пара. Пожалуйста, не надо. Да свали ты от меня, пожалуйста. Это люди, значит, да? Я думал, монстры какие-то. Что же за эксперименты вы тут делали? Так. Страшные люди. Это не люди, это мутанты какие-то. Тесты, не надо мне ваши тесты. Мне нужно выбраться отсюда. Так как Альма меня хочет сожрать. Фу! Получил по оружию. Слышь? Ты получил? Так, я его так не отпущу. Ой, все. Идем отсюда. Слышь ты, Спайдермен, хренов. Думал, у него это получится. Ах вы суки! Со спины, да? На! Так, забыл на F нажать фонарик. Все время что-то забываю. Помповое ружье. Какой-то Сидорович. Тоже мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я еще бы не упал. Иди отсюда. Упал. Слушай, тут какой-то лифт должен быть или что? Давайте сюда спустимся. А, все верно, все верно, все верно. Ой. Ты козел. Все какие-то авенты на Enter. Почему на Enter? Чтобы сложнее было, да? Так, то что-то валяется. Откроем. Боевые испытания. По-любому они делали эти... О, вылез. На. Попой ружья. На. Вот в голову, и они сразу мертвые. Что тут у нас? Чего такого, да? Печаль. Печаль была. Фу, гадина, иди отсюда. Бред какой-то. Ой. Кого-то раздавило. Ну ладно. Так, хпшки мои.
Так, подобрали помповое ружье, штурмовая винтовка. Слушайте, эта местность мне не нравится. Вообще как не нравится. Такое ощущение, будто там будет какой-то мини-босс. Вообще похоже. Ну, по-любому что-то сейчас будет. Ну, сынок, все, приехали. Вряд ли я буду скучать по твоему шилу в моей жопе. Пока ты весь внимание, позволь мне кое-что показать. Показывай. Это место построил некий Харлайн Дэй. Это он разработал программу по созданию флота. Марионетки. Продукт генной инженерии, подчиняющийся приказам командиров-телепатов. Совсем охренели. Эта мерзость должна была стать одним из таких командиров. Когда-то он был простым воякой, вроде нас. Но видишь ли, превращение в хорошего командира берет свое. Если правильно усилить телепатические способности, это существо может управлять клонами. Но при этом он ушел так далеко, что контролировать его самого не может никто. На войне пользы не будет, но сейчас мне пригодится. Хочешь, я тебе это покажу? Шестая группа обнаружила ресницу в паре километров отсюда. Они считают, что она движется по разводу. Значит, пора нанести. Мендес, закончи здесь дела. Я не хочу, чтобы кто-нибудь выкопал в этой дыре хоть что-то, связывающее нас с Альмой, проектом Источник и прочим бредом. Ты понял меня? Я этим займусь, сэр. Ну, пока. Увидимся в аду. Сохранение игры, окей. Уничтожить солдатов клонов? Что? О, а вот и клоны. Новые солдаты клоны, что ли? Что, давайте. Выходи. Так, солдаты клоны. Что? Дробовик? О, да, мать твою. Вот это дробовик. Так, сейчас испытаем его. Вот это дробаш. Иди сюда. Козёл. Пистолет мне не нужен. Так, где вы? Он тяжелый, чем обычный. Альма? Вау. Что она делает? Так, как отсюда выбраться? Да, единственный вопрос, как отсюда выбраться? Тут никак. Может,
как, может тут как-нибудь. Тоже никак. И тут никак. Да как отсюда выбраться вообще, скажите мне? А, понял. Все, я понял. Теперь клоны. Боеприпасы. Где мой дробовик? Твою мать. О, смотрите, кто там. Пока. Капец, много хп. С вами был Саня. Продолжим в следующей серии. Пока. Спасибо всем, кто смотрел.